потом еще жирнее. Из-за какого-то количества. А мама, что ты делаешь? Я делаю сырники. Самый послушный мальчик. Ты! Доброе утро. И птички так поют. Давай, поднимай. Это штука? Да, прям полностью. Качайся. Наверх, на второй этаж. Давай. Ник, проверяй. Проверяй, Ника. Класс. Смотрите, что у меня появилось. У меня появилась вибра. Платформа. Сейчас я ее открою, покажу. Аркаш, будешь со мной степом заниматься? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Все. Аркаш. Потрогать, Настя. Ну, можешь мне вытащить? Она тяжелая. Смотри. Права, книги, маска. Можно... не открыла. Классно я. Сейчас я открою. Хоп-хоп-хоп. Доброе утро. Оно действительно утро, потому что 9 утра, и я впервые за 3-4 неделя пошла, выезжаю в Москву, хочу забрать кучу заказов, кучу продуктов, всего, очень много чего. Мы заказали на квартиру, потому что за город не везут. Дороги у нас, смотрите, относительно пустые. Смотрите, как... Ой, я выхожу из лифта и встречаю сразу доставку. И, кстати, в основном все, что я купила, это детские игры, развивашки, потому что на даче скучно. Или когда у нас идет снег, это вообще трындец, в мае идет снег практически. Я решила, что сидеть же так скучно. Каждый раз какие-то обновляю им игрушки. А, да, я купила контейнер для Лего, самый простой. Лего, собственно. Да, очень много. Гера залюбила Лего. Да, сказала я вам, пустая коробка. Ну, конечно. Ниндзяго. Это для Play-Doh что-то. Краски. Капитошка. Я не знаю, что такое капитошка. А, я купила кроссовки, точно. Капитошка. Герману купила кроссовки. Капитошка. Я не знаю, что это за бренд, но они кожаные, и на даче вот нам месить грязь, и потому что почти все сейчас продаются сетчатые, а на даче вот кожа, лес, самые... Ну, кстати, клево выглядят, симпатичные, да? Ну что, все? Поехали обратно. Моя хорошая. Доброе утро, скажет. Ну, тут около дома чуть-чуть прогуляться утром с собакой. Сегодня какой-то невероятный ветер. Очень
страшно ходить под столбами. И кажется, скоро ливанет. Так, я переоделась. И сейчас хочу наглядно показать небольшую тренировку на этой вибро-платформе. Вот, покажу, что я делаю, почему и чем она полезна. Итак, погнали. Смотрите. Чуть подальше. Здесь есть три положения ног. Волк, это самая простая, джог, это легкий бег. И ран. Я люблю на большой, естественно, делать. Пульт надеваем на руку, чтобы контролировать скорость. И приседания. Можно делать классические приседания. Я уверена, что если вы не подготовлены, то до максимальной скорости вы даже не дойдете, потому что вот я сейчас делаю, чувствуете по моему дыханию, я уже устала. Можно сделать выпады, обычные классические выпады. Здесь тоже нога постоянно находится в поиске баланса. Чем хороша платформа? Вы просто увеличиваете интенсивность вашей обычной тренировки. Можно сделать выпады, можно сделать пружину на каждую ногу, поверьте. Это прорабатывается намного сильнее, и чувствуете усталость сильнее, чем вы будете просто делать выпады. Упражнения на пресс, их тоже может быть максимальное количество. Сами придумывайте, можно сделать просто подтягивание. Можно сделать поднятие. О-о-о! Можно складку. Упражнений просто миллион, вы сами себе их придумываете. И сложного, что я люблю делать на этой платформе, это, конечно же, вот такой бег. Он сложный, и здесь, если поставить себе упражнение выполнять по минуте, будет сложно. Посмотрите, насколько трясутся мои руки. Максимально поставили руки, делаем обычное отжимание. Раз. О, два. Можно вообще изощряться и делать отжимание. Раз. Два. Раз. Два. И куча просто всего можно придумать на этой платформе абсолютно. Так, вот платформа вам в действии, называется она «Я могучи», 12 скорость у меня сейчас, калории, все написано. Прорезиненная вот такая платформа, извиняюсь, следы от только что кроссовок, бег, легкий бег и ходьба. Я внизу оставлю ссылку, там будет скидка на 10% на любую продукцию этого бренда. Здесь полет вашей фантазии реально поможет. Так что даже на карантине не ленимся, девочки. Тренируемся. Оп! Место, в котором я люблю заниматься спортом. Ковер сворачиваю. А здесь у нас город Лего. Дупло. Это аттракционы и, по-моему, Африка. Классно. Придуманные дети прям вообще кайфуют. Мы его не разбираем. Но вчера я занималась, отодвинула и все разрушила. Поэтому сейчас полчаса я сидела и собирала обратно, дабы дети на меня не обижались. Вот, смотрите, как круто. Я, по-моему, абсолютно всегда хожу в каких-то толстовках. Мне уже пишут даже в Инстаграме, что привыкли к моим красной толстовке. Но я все время мерзну в доме, очень мерзну. У меня на ногах, смотрите, черевички. Здесь толстовка и плед. Это, конечно... После того, как мы выходим на территорию здесь погулять, я потом все время пью чай с лимоном, потому что реально не могу согреться. Вот, у нас тут такой режим построен. Сначала я беру детей, где-то здесь с ними вот шляюсь, что-то мы играем с Миникой в мячик. Потом бабушка с дедушкой дают мне время, и я записываю тренировку, либо просто делаю тренировку. Вот, убираемся тут в доме. Ну, что-то, короче, свое небольшое время. Нам, поэтому мне, конечно, безумно сильно повезло. Вот. Ну, в общем, 40-й день, наверное, уже примерно я нахожусь на даче. Мы привыкли, и часто спрашивают даже такой вопрос, не хочу ли я жить за городом. Ну, вот я пожила месяц, даже больше, да. Сказать, что я жутко хочу, нельзя сказать. Сказать, что мне жутко тяжело, тоже нельзя сказать. Так что, может быть, когда-нибудь... Вот такой, конечно, чудесно готовить ужин. Бабушка у нас играет. А я буду делать себе салат с тунцом. Ну, это просто я не могла не включить видео, потому что живая музыка — это